дела нет его нахуй. А ты Ты кого ты поел? Вон эти махомоны. Почему, блядь, когда я захожу, блядь, ты никакой? А теперь наоборот, блядь. Я знаю, что я недоволен, не привез ничего. Привезу вам потом. Киса Воробьянина, блядь. Здравствуйте. Здрасте. Ну, черненький пышек ваш, да? Это мой пёс, здрасте. Здрасте. Он лает. Он только лает. Лает, лает. Миша, пойдём. Нельзя. А его нельзя? Миша, не лай. Миша, мы с тобой помиримся, ты знаешь, бля? Дед прораб с первым делом идет нахуй. Сейчас будет смотреть, как они ремонт. Сюда, 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 сюда. О, кноп здесь. Кноп здесь. Как здесь? Здорово, бульдог. Серега. Бульдог, что ты, избитый, что ли, бульдог? Это бандитская пуля. Мы с тобой потом поговорим. Опа, насчет чего, блядь? Давай. Подожди, дай хоть, блядь. Насчет чего ты, блядь, бульдог? Ну, там. Не, это не мешки. Давай там это, картон-то. Ты что, бульдог? Кто тебя отпиздил-то, бульдог? Кто тебя отпиздил-то? Кто отпиздил-то? Да сука, ой, блядь, зашел в магазин, нахуй. Все, залетает какой-то придурок, нахуй. Меня, короче, нахуй, гонять оттуда с магазина. Я говорю, я, во-первых, не в магазине стою, нахуй, отправил, нахуй, выйду в прихожке, нахуй, вот. Ну, как ты по магазинам. И все, блядь, залетает. Он говорит, давай выходи, говорит, нахуй, я сейчас говорю, погрязь, говорю, выйди. Он говорит, что, говорит, не понял, что я говорю, нахуй. Давай, говорит, выходи. Я говорю, я не понял, говорю, вас. Что такое? Что? Я говорю, сейчас погрязь и выйду. Я не в магазине нахожусь, а в прихожке, нахуй, нахуй. И все, в тамбуре, да, вот он. И все, я к нему нахуй на меня налетел, сколько я ладно, я пьяный уже был. Я ни на кого не кидался. Ты ему ебал хоть нет? Ебал ему хоть? Ну, я увернулся, я, блядь, все, ладно, проходи, ладно, хочешь. Светка! Пошел мне, короче, нахуй, на скорой его везде. Я не заявление ничего не стал вас писать, нахуй. Ты давай, да, ты пожалей. И все, и он на меня, нахуй, я говорю, пошли, давайся. Бульдог, пошли. Без номера-то я не вижу. Да ты. Светка, привет. Где? Нормально все? Нормально. Ну пошли, да. Серега, киса. Пошли, давай, блядь. Посмотри, картонку оторвай, нахуй. Пленку он привез, блядь. Гвоздики привез он, блядь. Все. Сейчас будем бить нахуй. Все, и надо все убирать так-то, если красить, блядь. Давай, Таня, что-то, как ты? Это пошел? Не, вон картонку там, вон там. Не, вот это. Пошли, пленку. Не, хотя бы одну фанеру оторвать, блядь. Да, чтоб, давай оторвем одну фанеру, блядь. Чтоб свет был хоть, блядь. Конечно. Здравствуйте, блядь. Сначала. Магнитики? Да ну, вообще. Нихуя, ребята, блядь. Ты там, убери постельное, блядь. Постельное, убери. Нихуя. Магнитики, видите, блядь. Ну, знаешь, блядь, холодильник, нахуй, чай. Че, бульдог-то, когда вчера приехал к вам? Там вместе приехали. Вчера? Давай там гвозди привез, все там сейчас. Серега, убирай эту постель. Светка, блядь. Она в этом... Танюшка, ну-ка раздевайся быстро. Ну, блядь. Светка, иди помогай, пиздите, блядь, опять там, заебали, блядь. Светка! А что, блядь, глухая еще стала, блядь? Ебаная конфетка, блядь. Она что, и глухая стала, похоже, блядь. Ой-ой-ой, так. Серега, как здоровье? Мне вот эту маленькую хотя бы оторвать, посмотреть, там есть штапики старые, блядь. А давай там мне это, оторвай нахуй. Да, я... блядь, что, она большая пленка? Да, я большую, 2 метра взял, нахуй. Блядь, наверное, колыхаться будет, блядь, не уснут. Пиздец. Думаешь, они не уснут, что ли, блядь, Женя? Маленький, блядь, блядь, самореза еще, сука. Блядь, Серега тут, блядь. Подожди, давай эту, как? Подожди, нас подоконника все убрать не хочется. Дрель есть? Конечно, коловорот у них есть там. Макита нахуй. Блядь, куда-то надо вообще это убирать нахуй отсюда, сюда мешаться будет. Давай, Андрюха, блядь, сделай. Давай, ну, а? Андрюха, что ты, конечно, хуй. Цветы, блядь, видите, все, с того раза ты отдаешь. Или это, наливать вам не буду, нахуй. Чем быстрее сделать, тем лучше. Да, блядь, сейчас бульдог оторвется на тебе, нахуй, уже подпиздит, нахуй, да? Не, на самом деле, там, блядь, пахнет, нахуй. Че там, на шурупах, что ли? Откручивай. Куда, Серега, куда ложишь вот это?
Вот это куда ложь? Не надо показывать. Посветлее хоть. Ну, нахуй, пакет, нахуй, возьми в там пакет. Там все пакеты сзади, все. Без подъедного пустого пакета. Я забыл. Ничего вы залезли. Все, вот это все с подоконника, все, на 10 кило убирать надо. Нахуй. Ладно, пахта, я пойду, не хочу, ты пока здесь снимай. Давай, давай, ну. Я это богу мало будет. На, мешок на кубаке или плену. Открываем пластиковые окошки, блядь. Да. Ссылка будет в описании, если вам надо, звоните Кисе. Кисе установит пластиковые окошки. Непонятно. Ну здесь плотником, ой, плотниками, да. Плотник? Он лучший потряпщик. Это тоже самое. Сейчас это. Надо мешок какой-то большой. Да ладно, тут сейчас половинку хотя бы застеклим. Да где пакетов, сука, не наберется, чтобы это все выгнать. Глаз тут добра, ебать, вон хуй. Света нет. Стой, если что. Если это. Еще это паха. Познакомился. Отсюда, со 101-го ехал. Девчонка ж? Ага. Нихуя себе. С этой сможки, да. Нет. Она мне сказала, я говорю, что ты говоришь, вот к Ксении свободно, ты забудешь. А, свободно, говорю. Придешь чпокать ее? Чпокать, ну, познакомились только, ты что, по чпокать, я еще не знаю, ты первый. Пока в автобусе. А хуй на мост, да. Цветов надо купить. Вон цветы же есть хоть. В автобусе я с ней познакомился, пока ехал, то отсюда. Адрес культурный. Да? Он записал даже. Да, там у нее цифры. Угу. Она в городе. Закрыть что-то. Что, не понятно, за что держится она? А у тебя телефона даже нету, да? А? Телефон. Нет, я иду. Лёва, я тебе что, я говорю? А что, Женька, тебе оставит свой телефон? Звони Сивонова. А? Женька, оставь ему телефон. Я оставлю. Свой оставлю. Какой-то его потеряю, нахуй. Ты заебал, а Цешка где, блядь, тоже, блядь. Я сказал, она у Серёги, нахуй, вот в садике, нахуй, лежит. Я её собой таскать не могу. Да ничего, ничего страшного, потеряешь, мы тебе он другой привезём. Да ничего себе, я посмотрел, сколько стоит. 500 рублей, блядь, стоит, нахуй. Ну и чё, похуй, нет, телефон-то он больше стоит. Телефон-то у него 3000 стоит. Я пользоваться, блядь, не умею. Да научишься, хули ты, блядь. Ну нет, так нет, ладно, ладно, так же не давай ему телефон. Нет, подожди. Подожди, попросите, пока я подпишу. Я также люблю говорить. Что там, блядь? У меня депутатская неприкосновенность. Ты депутатская неприкосновенность красить, блядь. Депутатская неприкосновенность у нее, блядь. Куда, блядь? Куда? Света, давай, убирай нахуй. Ту стенку, блядь. Дед, блядь, ты что руководить? Ты же, блядь, прораб, блядь, сегодня. Нет. Как, блядь? Валик, все мне, я, блядь, покрашу. Валик есть, все есть, блядь, давай. Краску. Тогда, блядь, отодвигать все. Давайте двигатели, все нахуй, как ну все. Не, туда стенку. Не, не, не. Блин, раздел, блядь, я когда домой-то приеду. Светка, стой. Ну, раздеваться, переодеваться. Блядок, раздень Таньку. А? Таньку, раздень. Да, раздень. Она берет. Она берет. Я ей скажу, про Машу-то скажу. Это, про Машу что надо? Не говори, но Танька сегодня пьяненькая. Да я вижу. Нет, да? Блядь, мужики, блядь, баба пьяная, не чтобы воспользоваться, они, блядь, вижу и убегают нахуй, да, Танька? Да, убегают. Вообще пиздец, блядь. Пьяные, блядь, что-то пытаются лезть к ней, блядь. Пьяные пытаются лезть, блядь, а ты тут, убегают тут, нахуй. Тут она, Танька, блядь. Тут она пьяная, блядь, уже готова, блядь. А бульдог, блядь, не готов нахуй, да, бульдог? Я еще... А, кстати... Я хочу сисеньки на тебя. Заносю. Я курить хочу. Вот там. Сам же раздал, ты же. Там ты ешь себе. Вот там и ниже. Все. Да будет свет нахуй. А я, ребята, вам кто хотел. У Кисы купить магнитолу. Магнитола живая, так что пишите, звоните ему.
А все, вот это вот драху, я хоть один. Пролет. Ну. Ты же, блядь, живете как, блядь, бомбалюки нахуй. Блядь, сейчас дети будут. Детей сейчас не будет, блядь, сейчас светло будет. А, при этом дети появляются. А без света, блядь, дети появляются. Бля, а чего вы смешите, блядь? Серега не хотел смеяться. Еще бы Танька у тебя еще в гости приезжал, да? Почащен. Опа, Светка нахуй. Кто там в гости, блядь? Танька, раздевайся давай. Иди, блядь. Рыжим он там еще прибраться начал. Рыжий, блядь, то. Рыжий трезвый сегодня, блядь. Танька, походу, его опять бухая хуй забил на всех, блядь. Я хуй за... Бля, иди, ходи, по жопе щелкни, блядь. Мы можно навели, можно навели. Смотри, как. Гоша навели? Не мог, не можешь. В Новый год ставить. Не можешь, чего не можешь? Можно навели. Кошку завели? А где она? Нема. Мама. Да, а? Кошка здесь жить будет. Ну, где-то живет, где-то пряталась, наверное. А, нема. Маленькая. Маленькая? Здесь в квартире кошечка. Да, да. Так, а, это зло, чего? Света, ну позови ее. Нема, нема. Она не понимает, наверное, кошка нихуя. Нема, нема. Она пьяная боится. Нема, 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 нема. А я нихуя не пьяная, блядь. Да, да вы пьяные, блядь, я терплю, молчу, печки, блядь. Посмотри, в печке. Ну, что пить-то? Ну, так я тоже, блядь. Таня, давай, вон, блядь, плюс краски, блядь, все, давай. Что ты, что? Нема, нема, нема. Ну, давай, эту красочку, подстончиком разводи, блядь. Ёб сюда. И пошли, 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 он рыжий уже прибрался, там, молодец. Мне же надо, говорю, убрать все оттуда. Бля, вот где, щельдика маленькая. О, Женька уже магнитолу на 40-й минуте, блядь, карман положил на... Все, ну ага. Магнитолу, он забрать для себе ее. А потом кто-нибудь, блядь, напишет, по-моему, он скупит ее. Вот так спрашивали про нее, говорит, я вот ее продали уже, наверное, нахуй. Бля, это магнитола новая, блядь. Что-нибудь, или не хватает, видите, даже на батарейке работает, нахуй. Урал шестиколесный, блядь. Да, авто два. Так, Танька, блядь, платье, нахуй. Заебал, блядь, все могут подали его. А, бульдог, блядь, елку включил, нахуй. Не представляете. Че? Ну, блядь, ребята всех раскочегарили, все, блядь, начали делом занялись, нахуй. Светка, Светка кошку ищет, нахуй. Немо, немо. Не могу достать, блядь. Дед, помоги Таньку, подними хоть. Опа, ну так ты, блядь, вам, да. Вам. Это Рыжик Танюшку поднимает. Сам ниже Танюшки. Да, блядь, я рыжетки, нахуй. Где это у тебя? Рыжик такой, за жопу держи, блядь, не за живот, хуй ты, за живот ты, блядь, чипаешь, блядь. Вот ты мне показывал, что она вот. Да. Блядь, а? Это, блядь, развратники, нахуй, что творят, нахуй. Развратники. Это, блядь, Рыжик, да. Один дед, нахуй, нихуя не надо ему, блядь, 70 лет, блядь. Да, нет? Мы с тобой, блядь, походу согрешим когда-нибудь. Кот, сука. 2 года прошло, ну. Блять. Че, блядь, повяжешь, я куртку, блядь, не можешь так. Так он не о том думает, нахуй. Он не о том думает, нахуй. А, в ебу нахуй. По жопе ему так. Ты шлепни его, что у него. Он достать не может. Приподними его, Танюшка, приподними его. Рыжик, пыжик, блядь. Светка, халат. А, Светка, Таньки, халат. Опачки, опачки, что тут творят, нахуй. Чеги, диги, 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 диги. Диги дром, диги дром, диги дром. Опачки. Сука, паскудник. Вот такие дела. Еще. А бульдог там все, пакеты собирает. Бульдог, елку куда делал? Елку. Света, давай, Света, краску доставай вот там. А цветончик разводить. Эту, давай, 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 Свет, ну что вы? Света, ты его там заклёшь? Вот, мешок это самое, сделайте и все. Там что, у нас мимо свою там. Света! И она не выбежала, где бы. Где ты котенка? Оставил. А у меня завязаться как-то надо, и обувь, естественно. Дыбка, Дыбка, ты где там? Прикинь, котенка длинный. Угу, молодцы. Смотри, руки не помню. Да, Рыжа, аккуратно. Рыжа, в руки золотые, нахуй. Дед, ты хоть наливай тогда, хоть ухаживай, блядь. Он до нас спрятался. Ты не хочешь пить? Да я. Не, знаешь, мне надо еще обувь. Да тут чисто хуй, так они. Да и тапки такие. В белых носках. Сейчас, блядь, ну. Так вон, где ничего нет, не знаю. Где? Короче, в боковцовке Жека делает ремонт, нахуй. Вон, Танюшки, какие тапочки, нахуй. Чпок. Может, на утку выскочить.
Все, я говорю, ну. Все, давай сейчас. Ловчик. Паш, надо налей мне 50 грамм, а за работу хоть. Блядь. Нет, нахуй, Женька, блядь. Ты один, блядь, только трезвый будешь работать, нахуй. Да. А ты что так говоришь, блядь? Да. Вот так, вот так, вот так. Что, не нашли? Все, и опять скажут, что сели, на шоурму пустили. Как рыжика, нахуй. Смотри. Все, блядь. Сынка сюда не завернуться. Туда все распахивается. Да просто веревку хуй. Рыжий молодец, прибирается нахуй все. Вот он выбирает для меня, бля. Все, Данюшка, накати, а перед работает у нас. Я бы нахуй, блядь, все повыкидывал бы. Да? Конечно. А все, блядь, так-то пригодится на... Что, столько вещей, блядь? Блядь. Богатый, нахуй. Одно платье, нахуй. Короче, ребята, наверное, ремонт ни хуя не получится. Танька что-то, блядь, не может за краску взяться, нахуй. Вот эта плёнка, она уже лежит. Она вот так нужна. Вот, до сих пор так она да. Лежит. Блядь. Я обалдеваю просто. Куда ты? Дальше. Вот сюда, нахуй, сложно. Ой, ну. Я говорю, надо шкафчики какие-то, блядь. Давай себе эту краску доставай, пока наливай ей. Ты тогда говорил. Что там бульдог, блядь? А я здесь вон. Что, получается, что нет? Получается, один. Мы сегодня вам звонили, вы, блядь, трубку не берете, нихуя, блядь. Нет, телефон, нет. Был бы телефон. Как нет, мы тебе звонили, блядь. На твой номер. Я к Маше хотел позвонить. Проебал ты? А? Проебал? Телефон? Ну. Да ты с Сашки звони хоть. Ага. А где индикатор у тебя? Да вообще, телефон сколько было? Все пропитаны, нахуй, проебёно, да? Все дело произведено. Нет, я попробую немножко. Один вообще с ним просто. А где краска? Вот здесь все, неси, краску дай ему. Валик. Где? Я рядышком. Блядь, больше не наливайте никому, блядь. Пусть нахуй отворачивают фанеру, нахуй. Подзаебали уже, нахуй. Ну. Директор, блядь. А, нет, заметили, Пашин, блядь. Да, и ваша нахуй. Бери это. Кисточку. Давай. Кисточку. Бери еще это, блядь, тоже иди помогай, нахуй. Блядь. Получше, блядь. Нет, а была незаконченная краска где? Не. Да незаконченная была, блядь. Я не знаю. Ну ты не знаешь, я-то знаю, блядь. Дай Светка, где краска незаконченная, которая... А чё, Светка, у тебя же есть мужик, чё он не делает? Блядь, надо ещё и открыть её. Зубами, нахуй. Я зубами не могу. Вон, ложки. Ложкой? Так ложка сломается, блядь. Света, нож можно? Не нашёл? Откройте мне, блин, уже! Тогда деду он стол специально открыть. Сама, блин. Сука, дед, не доверяете, да? Вот краска-то еще. А, вот. Засохла? Так она... Ее растворителем надо, блядь, делать. Нормально, Танька, такое покрасить, нахуй. Ты окошко так и, блядь, нихуя не открывается. Блядь, да откройте мне краску. Блядь, сейчас опять вонище будет, блядь. Ну хули делать, блядь. Все, открыл же, блядь. Дед, блядь, ты хули ты что ли? Дед Толян. А! О, блядь, пошел ты блядь. Нахуй. Да, пускай. Нихуя два мужика тут, блядь, и не могут делать. Да не говори, блядь, совсем. Почему Серега он умеет делать, он наливает нахуй. Нахуй легче, чем встать, блядь. Вон Серега, видишь, он сделал. Два мужика нахуй живут. Да тут охуя мужиков, блядь. И что, нет, там у них, понимаешь, на этом, вот здесь не крестовина, там, короче, это сорвано, они прокручиваются. Да ты вырывай так нахуй, и все, ёпта. Есть, блядь, раму, раму, блядь, оторвет. Кто давай вы? Ты, блядь, поздоровее нахуй. Да где оторвать-то, оторвай, вместе с рамой. Не, не, не надо. Вот этот саморез открути хотя бы вот этот, блядь. Вот, 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 Андрюха. Вот, 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 блядь. Я его не могу, там прокручиваться. Ну, куда где я, блядь? Там где открутишь ты его? Я тебе серьезно говорю. Да, посади же.
Посади, и посади же нахуй. Топор есть, давайте, блядь, вышибем нахуй. А у тебя веревки нету, блядь, если ты пануй, блядь, чтобы выдержать. Да, за машиной. За машиной, блядь. Машина сама, чтобы она сделала. Туда выпало, чтобы, блядь. Сука, ребята, раньше видите, как делали все, как серьезно все делали, нахуй. Вот сука, бульдог наебал, нахуй. Правильно. Пускай Женька работает, нехуй. Наливай мне, блядь. Наливай Женьке, нахуй. Вы не пьете, нахуй. Заебали вы, блядь. Я, блядь, работаю, пьете, блядь. Охуенно, блядь. Она еще люди прокручивалась, блядь. Ой, прокручивай. У тебя опять, блядь. У тебя опять это, блядь? Ой, блядь, нихуя. Охуеть. Нихуя себе хоть все. Как светло. Все, бульдог, давай бери пленку. Все, ну, уезжаем, Паша, блядь. Да, ремонт закончен. На сегодня ремонт закончен. Я, короче, набираю. Я говорю, ты кто? Он говорит, а ты кто? Ну, как мой телефон никто не может взять. А что, сон-то дал ей? Да, это в ведре отцом стоит. Вот. Он говорит. Вон, да, это сон Саньки. Гвозди вон бери. Гвозди. Вот, гвозди, и вон эту пленку бери. Давай пленку захуяри. Давай, давай, Женька за жопу, как тренюшку так же пощупай. Че ты, блядь, сзади пристроил? Да. Че он, кстати, блядь? Пизданешься башку его на пол, нахуй. И все равно. Так и так выебем, блядь. Так что лучше, блядь, нормально, блядь, пристроиться, чем так и так, блядь. Думай, блядь. Чем упадем, блядь, да? Блядь, у нас там отвертки. Будь тебе больного, ебать, нахуй. Охуенные, блядь. Блядь, знал бы, блядь, надо было взять, нахуй, свою, нахуй. Знал бы, что ремонт будет, да? Я бы, нахуй, выхватил. Окошко это приоткроем, фанеру немножко это отогнем, приоткроем его, нахуй. А что вы приоткрываете там окошко-то, блядь? Там стекла нету, блядь. Женька, смотри, тебе открывай, там стекла-то нету, хули открывать, да, блядь. Давай, только пленку неси пока. Где она там? Вон она там, вон, лежит прям, вон вот здесь. Смотри, пизда не сопнула. То все равно пизда придет тебе, блядь. Нет, в принципе, на матрас упадет. Ага, там на матрас, там, блядь, матрас, он говно, блядь. Во, ты встань, а лучше сзади, я, если что, на тебя упаду, нахуй. Ладно, хорошо. Блядь, надо мерить, нахуй. Если на матрас он упадет, Женька, там, блядь, матрас в говне. Так что лучше на пол, Женька, падай, нахуй. Лучше в окошко выпрыгивай, нахуй. Чем на матрас, нахуй. А то ебанешься за матрасом, еще головой, лицом прям. Матрас, матрас, бля, как там, блядь? Дай хоть раз, нахуй. А, вот дай один раз, блядь. Вот, когда держи Женьку-то за ноги хоть. Да это хуйня. Да? За поясом же держать. Спасибо, держи, о, блядь, спасибо держи, тебе, блядь. За пояс его. Нахуй, держишь, нахуй, чтоб не пиздонулся. Ну держи за пояс хотя бы, блядь. Держи за пояс хотя бы. О, блядь, а, это обогатительный, блядь, на него хоть. Лёжа делай, лёжа ремонтируй. Упор же есть у тебя. Упор есть, нахуй. Ну, упор есть, всё. Толчок есть в жизни. Дети будут, блядь, упор есть. Все, да. Нахуй, давай, блядь, бульдог, покажи фантастика, нахуй. Че, давай-ка тут снизу хоть. Снизу-то я надеюсь, все получше. Погоди, дай. Да, нет, блядь, блядь. Погоди, дай нахуй. Че ты подъебка? А че ты какая подъебка? Дай мне пошевелить. Блядь, у меня откручивается все, блядь. Ничего не откручивается. У меня вот все откручивается. Обои, блядь, охуенные здесь, мне нравится. Вообще винил. Волнистые. Видите, еще тут заклеены эти, да, кусочки. Обои лучше не надо делать. Волнистые обои, блядь, надуваются. Не, эти обои лучше не надо делать. Почему? Потому что клопы потом появляются. От обоев. Просто покрасить и сильнее все. Да? Побелить вернее, да. Ну все, ладно. Где, блядь, как дела там? Танька красит? А ты обои тоже подклеил, блядь, дома? Да. Тоже глупо появится, блядь. О, блядь, нахуй, блядь, блядь, что раньше не сказал, сука? Я тебе сказал, а? Чего раньше я сказал? Я тебе серьезно говорю. Он тоже, блядь, тут поклеил обои дома. Обои, когда клеишь, потом за обоями клопы появляются. А если когда побелишь просто стены, там никаких клопов не появляется. Нахуй тоже себя вот как... оборудовался, блядь. Ребята, блядь, рвите обои, нахуй. Бульдог, блядь, дал совет, нахуй. Бульдог не лахал. Я серьезно, я тебе так, я так и говорю, как оно есть. Обои надо, Женя, оборвать дома. Знаешь почему? Да. Потому что там клопы появляются. Да, а нахуй, лучше в бомбалюху уйти, блядь, слышь? И нахуй. Да, там не клопов. Там не клопов. Не, лучше вот здесь жить. Здесь лучше жить, блядь, да и все, здесь ни клопов, ничего нет. Картон тоже нужно оборвать. Он не нужен ни к чему. Все, блядь, пусть одна дранка остается, ебать ее, нахуй. Да нахуй. А то уже сеструха придет, дверью хлопнет, да и хуй на нее ничего не осыпается, только бревна раскатятся, нахуй. Да держи бульдога, ты же бульдог пизденется.
будет. Да он кабан здоровый, нахуй, не удержать. Сука, это Жека, это, блядь, кабанчик, нахуй. А это кабан, нахуй. Жека, ты зачем, блядь, под меня маскируешься? Шапку синюю начал одевать, блядь. Женька, блядь! Ой, бульдог, ёпку, мать, перепутали на. Смотрите, как бульдог так. Видите, как согнулся, блядь. На мостик сейчас станет. Хопа! Прокинется, да. Рыжий, нихуя один за другим шрубы выкручивает. Ну. Сейчас курить как можно, блядь. Видите? Хопа! И бульдог ёбнулся, нахуй. Дергаясь вместе с бульдогом, нахуй. Дед пришел, блядь. Дед, блядь? О, дед? Да он не дед уже, блядь, он молодой, блядь. У него такая усики он немножко остались в носу, блядь. Да хули это? Связь с космосом, блядь. А что ты отбиваешь? Почему? Еще один. А? Что, порядок, блядь, здесь заебись все? Обои, блядь, смотри, винил. Обои, блядь, волнистые, блядь, называют. Потолок натяжной, видишь? Да двое мужиков живут, блядь. Уеби им, нахуй. Вы что, андатры, блядь? Вон бульдог, видишь, это бульдог виноват, нахуй. Двое живут. Тут бы уже, блядь, было бы. Я бы один бы жил бы, я бы здесь. Так оставайся здесь жить. Оставайся здесь. Ну, и помогай хули. Чего нет? Да, бульдог? Где это оставь? Возьмите отсюда, потом, что, а потом отсюда, блядь, не доехать. А что, на электричку, нахуй? Здесь три помойки, нахуй. Тут даже электричка не ходит, если вообще самое шорки. Три помойки, на 101-м лестнице. А товарники, блядь? Что там, рецепт там? Где? Что он как? Здесь, блядь. Он и денег, если где-то найдет. Я уже начал. Все, короче, они его, деда, короче, скинули нахуй с моста. Давайте я оторвем снизу, надо идти к нам. Подрявщики, блядь, ебаный. Бульдог, потом тебе спустишь, носки дам, слышь, бульдог. Там тебе носки, Димка, Марина, носки передали, я тебе купил носки. Вы, похуевшие, блядь. Давай, что поделать? Ты что, ебало, блядь, получишь, нахуй? Давай, Жек, вот пиздим, нахуй, тут дохуя пиздить начал, блядь. Вот, 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 я же накатил уже. Сейчас дед въебет тебя. Дед, въеби, Женьки. Уеби, блядь. Чего? Пошел ты нахуй! Куда наливать-то кто будет? Да пошел ты нахуй, уебать. Я пошел, не буду. Присаживайся. Погоди, не дергай. Чего вот два? Ебать. Такой вопрос. А это козырек сделайте, нахуй, туда. На улицу. Да нет, давай куда-нибудь в сторону, нахуй. Пока закрыто. А что, блядь? Кого закрыто? Нахуя пленку, блядь? Ты чё? Я бы потом закрыть, говорю. Нахуя? Потом рыжий из этой нарды вытащит из этой фанеры. Да, рыжий? Шахматы, нарды. Ой, бля, хоть свежий воздух, бля, появился, нахуй. Давай, рыжий, прыгай. Пасы с высоты, бля. Порточки-то работают, не выпадут. О, заебись. Все, блядь, открой форточку, что ты, блядь, дышать-то хоть, пускай дышится. А то, блядь... Смотри, Андрюха, слышишь, как нужно будет делать? Вот так и вот так. Да, чтобы... Закрывай, а порточка должна работать, чтобы открыть можно. Где ты? Понятно, вот так. Да. Вова, а ты уходишь, что ли? Я пойду покурю. Блядь, устал. Пускай работники работают. 6 болтов, блядь, это пиздец. Мой дом, что ли? Вон дом, и так надо порточку, так я открою. Блядь, что ты щупаешься? Давай, блядь, нечи пленку, ёпты, хули ты. Так, давай, все, вырезай. Надо вырезать. Похоже, нам говнину не спит. Надо мерить, но я это не знаю. О, блядь, Андрюша, штапик выдергивай, нахуй, блядь, штапик там приколотим. А я эти гвозди Толевые взял. Да вон эти гвозди. Толевые. Нет, штапик-то выдерни, блядь. На что будем приколотить? Нахуй ты замеряешь, блядь, штапик на, блядь, приготовь. Пускай мерит, блядь, не лезь ему, нахуй. Да, правильно, блядь. Подскажи ему, блядь, хули ему, блядь. Наоборот сделай. Она еще же, там еще есть, блядь, да наоборот. Разрезать надо напополам, блядь. Андрюха. Да с одной стороны пошло. Да, нет. Да и вообще нахуй не делать. Да, блядь. Да. Сейчас все равно тепло, блядь. Нет, солнечная сторона, нахуй. Надо было вообще. Блядь, не прыгай только. Да я. Психушку увезут, нахуй. Еще этого не хватало. А что хоть? А где это, сука? Отверка-то. Отвертка двигается. А такой-то, это нету? Серега, где простая отвертка, блядь? Вот же она, блядь. Нет, это... А, вот, подожди. Она меняется?
А, подожди, там же есть. Помощь не сняли, не хуя, блядь. Все, без ЖК, давай. Там иди он на этот встань. На матрас. На матрас, насрать хоть раз, блядь. Блядь, это пусто, да. Там где-то их. Пустошник? Конечно. Нихуя. Там другое. Короче, ладно, блядь, разбирайся нахуй. Шуба, блядь, норковая нога. Где, блядь, ты что не пьешь-то? А? Что не пьешь-то? Таня, ну что у нас получается, что? Да, получается все. Видишь, где красота? Ножик, да, у нас. Нихуя, как. Вот видишь? Ножик где нашел? А? Ножик где нашел? Где? Кочек? Где он был? Ну, охуел, блядь. Что, блядь, это толпа, блядь. Ебать, его не раздавили его, блядь, блядь. Ну, где ты загасился, нахуй, блядь? Сетка, вон кошка-то. Ёб, студы. Он под деда залез. Вот у деда там сиди на скамье. Да. Путь там сидит. Как ты еще не раздавили его, блядь? Чёрка без, блядь. Ой, блядь. Дашенька, будет подклею пока хоть. На глазочки там. Светка, есть клей-то, блядь? Мы хоть это, подклеим обои. Свет! А смотри, говорит. Вы что заебали меня? Дайте попировать, блядь. Вы что, социальная служба, что ли, у вас, блядь? Вообще, блядь. Да. Дед, блядь. Ну только, блядь, шоблу разведи. Вы что, ебаный в рот, блядь? Мне надо покрасить, блядь. Куришь, ну ладно. Вот, Свет, и все, потихоньку, давай это самое, Андрюха. Выкидывай все нахуй в окно, блядь. В окно нахуй, то кидайте. А там подожгете, блядь. Да. А вон мусор порядок. На мусорку все нахуй. Блёх, не упади нахуй. А завтра привезем плазменный телевизор вам. Ну. На стенку повешаем его. Торчать там. Ну, видите, ванну нахуй там. Нахуй ванну, душевую кабинку нахуй. А, ну, пойдет. Сруб, да, построить? Вот здесь под окном сруб поставим, баню нахуй застроить был. Баню. Да, прямо из колонки. С окна выпрыгнул нахуй и в баню зашел, блядь. И обратно запрыгнул, да? Ну. Сыграем. Молодежь не пускают. Блядь, блядь, все. Шутим как юмористично. Все, вот у нас. Блядь, не упади нахуй, я тебя не пойду за тобой нахуй. Простая была. Танька, блядь, ты что покуришь? Кажись давай, блядь. Давай хоть стенку закончи. Так я закончу сейчас стенку, видишь, я начала. Нихуя. Но мне нужна, блин, подводка. Водку надо же. Подводка! А ты что тебе Денис звонит, ты почему трубку не берешь нахуй? Какой Денис? С изумруда, блядь. Я тебе расскажу. Ладно, потом расскажешь. Давай, Кася. Как получилось? Меня отключили, я тебе говорю. Я тебе новый номер дала. Да. Нет, вон, Танька, кисточка бери. Кисточка, ты ешь? Подводка-то. Где? Подводку-то. А Светка сказать мне не может, где они. А так она не умеет разговаривать, Светка-то, блядь. Тогда она скажет. Что ты мне тут, блядь? Вот, кисточка. Я вот тебе руки есть. Что, ты с ума, блядь, сошел, что ли? Это, Женька, это вообще не то. Маленькая была, тоненькая кисточка. На леща ей, нахуй, отцовская. А где эти, блядь, возьму-то маленькую кисточку? Я сама наебну. О, блядь, все нахуй. Дед сегодня, блядь, нихуя молчит. Блядь, чё я?